Помощь блокчейна в борьбе с преступлениями. Организация Объединенных Наций договорилась о сотрудничестве с World Identity Network. Совместно они планируют разработать пилотный проект, основанный на блокчейн, для борьбы с торговлей детьми. Предполагается, что технология блокчейн поможет увеличить вероятность выявления и захвата торговцев людьми. Заместитель исполнительного директора ООН «Женщины» Яна Глемарек сказал: «Торговля детьми является одним из самых серьезных нарушений прав человека. Блокчейн будет мощной технологией для решения этой проблемы и поможет спасти миллионы детей».